Рождение первенца – радостное событие для каждой семьи, а двух первенцев – двойной праздник. Вот и в самарской семье Колесовых сегодня долгожданное событие. Из перинатального центра выписали маму и новорожденных мальчиков-двойняшек. Светлана Колесова родила еще в начале февраля, но раньше положенного срока. Мама с малышами больше месяца оставалась в больнице. Мальчикам требовалась помощь квалифицированных специалистов. Она поступила сразу практически в родовую, то есть она не лежала в палате патологии. Вот 32 недели, учитывая, что это двойня, поэтому маловесные дети, 1400-1500, 4 дня они провели в отделении реанимации. В нашем отделении они провели чуть больше месяца, восстановили все свои функции организма, набрали вес за 2 килограмма, и вот уже в удовлетворительном состоянии сегодня выписывается домой. Около 45% недоношенных детей, рожденных в Самарской области, появляются на свет в областном перинатальном центре больницы Середавина. Работающие здесь специалисты поставили на ноги сотни детей, имеющих проблемы со здоровьем. Сегодня двойняшки Алексей и Максим чувствуют себя хорошо, а мама мальчиков принимает поздравления. Родителей поздравили не только близкие, но и правительство Самарской области. Передали подарки новорожденным. Очень хороший подарок, Дмитрий Азаров, спасибо большое. Там у нас все есть. Там у нас костюмчик есть, пеленки, распашонки, плед есть, шампуньки, крема. Подарок новорожденному – это набор необходимых вещей, которые могут пригодиться ребенку с первых дней жизни. Александра Гусева, Константин Головин. События.